Энергетики приморских электрических сетей перешли на работу в режиме повышенной готовности. Причина – циклон, надвигающийся на Приморье. В связи с прохождением активного южного циклона в крае ожидается резкое ухудшение погоды. Осадки в виде сильного снега в северных районах и дожди, переходящие в мокрый снег в южных районах. Интенсивные осадки будет сопровождать шквалистый ветер до 30 метров в секунду. До пятницы в крае ожидается высокая вероятность метелей, появления на дорогах снежного наката. К устранению последствий непогоды в компании ДРСК готовы более 100 бригад энергетиков и порядка 200 единиц техники. Для оперативной организации работ бригад и взаимодействия с органами власти и смежными сетевыми организациями диспетчерские службы филиала усилены дополнительными специалистами. Все подразделения филиала имеют запас материалов, необходимый для выполнения ремонтных работ. Энергетики обращаются к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов, поскольку сильный ветер и мокрый снег могут стать причиной повреждения линий электропередачи. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК 8 800 1397.